поезда, который его везет. Ладно. Получается, просто так тебя хейчу. Надо ж кого-то. Мини-Борланд. Мини-Борланд. Он же требует себе компенсацию. Пойдем, куда ты откинул? Дебил на боссе. Резать, резать. У меня проки говна, у меня проки, когда он вот сейчас стоит, у меня фулл проки. Лево, идите, блядь. Там, блядь, Ури похуй вообще, реально. Ну, похуй, не? Босс умеет. Ловит. Нет, это значит, что он в следующий раз слакнет. Вот этот. Как обычно, на тот... О, кстати, ты ж бабки на статих. Наручи, блядь, покупал нахуй. Нахуй я их покупал. Ой, я может, я их выучу, а не на статих? Нахуй они нужны? Практишь кого-нибудь. А, у тебя они, кстати... Не, ну, кстати, выучу, почему нет? Так, нахуй они уже нужны, вы чё, рофлите? Продай их лучше, они нормально стоят. Сейчас я посмотрю, я посмотрю, сколько стоит. Хотя баланс статик не отрицает. Так, Уриона спекайте, я вызываю босса. Меня показывает 2К последний. А вот станция народное ополчение. 2К, значит... Короче, если какая-то шмотка падает, сразу линкуйте, что она вам нужна. На любой из спеков, типа, вообще плевать. Иначе я ее распылю. Я их по дефолту сингсонгу закидываю. Шмот говно, мне впадло каждую шмотку выделять. Потом просто что-то закинешь. Если там что-то полезное падает, как бы линкуйте. Ой, я, кстати, без этот. А, ну ладно, я понял. Это я еще был без... А я понял. Без 175 СПД. Кики. Ну, я решил, что после того, как спекнулся, вот эту штуку не накинуть. Да, вот это вот. Полезная вещь, говорят. Безы, что ли? Ну, собственно, вот эту штуку я тоже не накинул. И там талант. Ну, безы, что ли? Написано 170. У меня 170. Они на 174. Ты, значит, талант есть какой-то. А у тебя показывает 120? Ну да, талант, потому что взял. Это, наверное. Мне показывает по дефолту. Ну, логично, блядь. Улучшенный внутренний огонь же написан. Фрик, блядь. Наверное, говорит, вот этот. Ну, фрик, ёбаный. А вы про что? Да я всего босса бил без внутреннего огня. И без бафа на хил. 5 секунд было. 5, 4, вот, безри получается. Все, гори вода. 1. Ой, я выпил прибор на этих, на ощущениях. Что-то я вообще не смотрел никуда. Че, руку опустил, выпил? Да не, я позу это. Просто на ощущениях уже. Вот это было ощущение, глазом увидел ничего. Правильно, правильно. Врата сейчас. Врата. Это Twitch. Вот в камень закинь. Ебать. Закидывай. Босса подвели так. Любезно. Как же мы на меликах клеиваем. Короче, хаку я вообще не диспелю. Забирай. Чисто твое. Перебьет кого-нибудь. Если кто-то перебьет, то минус 10 тысяч голды. РЛ. Хаку полетел. На орбиту. Он ждал, ничего не жал. А босс вообще умер, что? Бля, у меня, по-моему, какие-то читерские таланты были. Что, как мне кажется, если бы подождали чуть-чуть Еру, мы бы могли его без вулкана убить. Может, просто убьем? Может, просто убьем? Давайте бьем босса. А вот, долбоёбы, инфернала убейте. Я вам сейчас ебало сломаю. Вулкан свищ. Инфернала убейте. Он не... Вулкан свищ. Т4, сдай. Свищимся. Под боссом добили. ТД в крайнего милика босса убили. Беги, малышка, беги! Хорошо, когда каст кикают. Ну что, не-не-не, я имею в виду, мне кикнули, типа. А. Не кикнули каст, у меня фулл проки вылезли. Не знаю, что такое кикнутый каст. Ибо что за кольцо? Ну, подох. Да. Я вызываю. А хаку, блять. А ты не с той стороны стоишь, дружочек. Ну, за альянс, ясно, за бливу, все. Все пиздец. Мне в ДД или... Чё? Мне в ДД или как?
Ну, вообще, да. Да. Тогда... А, у него, да, езжу. Ебать, он нормально. А у него там ДД, кстати, спек, по-моему, лучше, чем танк. Ура! ДД. Разрывной. Ну, она не лучше, но нормально. Да, это что, Рина 2.0 трансмог, чешо? У меня такой трансмог был. Стиральный Ринда. У меня куски трансмога вот этого стали до сих пор, вот. Я в них бегаю. Глю у Риона хиль. А ты повезло, что ты не вар. Не паладин, блокшмот. Шакула заберешь на себя. Просто вар с варом будет долбиться. А, да? Нормально такой пас, да. Справа мы слева пошлите, подщит станем. А, да? Так, по контролям давайте сразу. А, да. Кто там кастер еще? Сириса, да? Ага. Сова Сириса. Смотри, давай Финдрик. Синг. Поферяешь Лока, маг, шипаешь сову. Сову можно шипать, да, надеюсь? Там нет. Конечно. Защиты от превращения. Гуманоид. Заебись. И там, если что, там по смерчу и тердру, если что, там это с глаз, там вот это вот, там ебало. Сову нельзя шипать, говорит. Нельзя сову шипать. Тогда наоборот, феряет сову, короче, а ты шипаешь Лока, похуй. Кому зелье, кого зелье с неискрушимости нет, ко мне подходите, трекивайте. Релоуд пишу, если что. Я сейчас засну, ребят, давайте быстрее. Хаку есть? Да. Хаку есть, главное. Пустите, зелье стоит на аукционе 6 золотых, могли бы и сами купить. Пизда была. Какой купите, забудешь про это. Не знаю, я стак купил по 6 золотых, не помню. Грипишь контактом? Чё, все готовы? Угу. Чё, иди полей. Это, к стенке упритесь, чтобы нас не побежали. Подожди еще немного. Не сразу иди. Вот сейчас иди. Вот, все, давай Геру. Контроль, да, не убиваем. Ой, чё, шипнул? Блядь, не повезло, хак. Блядь, шипает. Сука такая. Шипай этого, Лока. Блять, Лока, шипай! Он сейчас переебет всех, пожалуйста, шипай Лока. Глю, хилите Безари, пожалуйста. А что, вот я тоже так думаю, блять. Вар все равно меня не оценил. Дать вам массакру. А, не. Алло. Лока бьем. Лока бей. Давайте потащим. Косты кикать ему. Я один закрыл. Блять. Сове позакрывайте каз кто-нибудь. Какая жалость, Синг. Ты умер. Не везет. Доби. Сразу сову надо девать. Добы! Чисто! Хилится! Вы посмотрите, как... Ну, блядь, да ферните, кикните каст хилу. Шоколад сейчас переебет хил. Да вы рофлите. Блайнд сдал, додумался. Сюда, вайп. Закрывайте касты, нахуй, этой сове ебучей. Ура! Переебет. Все, на сову все. Прохил меня. Я, блядь, почти вара убил. Кстати, вар захотел, блядь, Синсонга почему-то. Потому что я без зелья. Смотрите, на другого кого-то пойдет. Почти вайпнулись. Да. Шакова ебашу. Я Вилану пофиряю, там покормить. Так хорошо, что мы 270. Пришли сюда. Да, в Шакулу играем, да? Вы безари, блять, банды. Вам только в Т5 это убивать. А как начали? У Риона в соло там спокойно. Один на один хуярится и нормально. Он еще ебало разобьет на варе. Блять, там ритал!
Пиздец, ты 8 стаков ритала ему сбила, и только потом увидела, что там ритала. Нет, меня хили, а потом что-то перестало. Антаром бьем. Шип не Вилан. Я понял, почему что-то ГГ, блядь, не закрывает. Там не надо шипить. А, он сидит, блядь, пишет в чат вместо того, чтобы Вилану шипнуть. Сука такая. А, там же кроме АУЕ ничего ж не знают, да? Подожди, стой. Не-не-не, кстати, этот. Они ачивку сделают просто в самый там... первый. Я, короче, не, я побыл на ФТ, там они этот хилов фокусят. Там еще чего перед тем, как этот... Перед тем, как файт начинается, он чисто никнеймы хилов в чат скидывает. И кому надо голову ломать. Сейчас я слинкану кое-что, где это. Блядь, страшные вы люди. Еще там еще какие-то разведчики есть, там куча аккаунтов всяких разных. А где эта ачивка? Там прям серьезные люди сидят. Там была ачивка. Ну, кстати, эту ачивку можно попробовать сделать в обычке просто. Там была ачивка убить чемпов за сколько-то там секунд. Там с интервалом 10 секунд. Интервал. Мы это уже делали. Нет, интервал 10 секунд это эти жуки ебаные. Нет, с чемпами. Через 10 секунд. Мы им это делали. А, за 60 секунд. За 60 секунд, думаю, да. Нет, там еще есть хуйня, что типа устойчивость решения. Вафница поставить. А, нет, подожди. Запускайте. Это какая-то хуйня, что какой-то в определенном гире, типа, убить. И рыбу поставь. Гири это фанатичному безумию. Забей. Ребята, мы купили мусор. Прикиньте. Я поставлю когда-нибудь. Чего мусор? Да его купили мусор. Блядь. Скилл купили. Да я помоешь вещи, понакрафтил. Что, на половишь? Скажи, откуда качать. Я плавлю. Все столько в КД, блядь, в карьере. Молодца. Чем? Говорю, мост не оплавился, сможешь поэтовать? На шопе я отдыхаю. Чел. Чел. Чел, там готово, чел, говорит, чел. Чел. Нет, ну реально, на шопе это отдых просто. Чилишь. Чё, ну, алё. Что, алё? Так долго. Ну, декафка, отошёл. Сюда. Ну, как есть. Так. Да нихуя никакой больше не прибежит. Ветерки какие-то прям очень яркие. Не надо никаких саппортов. Ну ладно, смотри. Просто не сдохните. Просто не сдохните, реально. Фил, ты готова? Будешь давать самое неудесное. Ты готова, да? Так, ребят, у нас разъезд. Кстати, был? БР в КД, не? Да. 5 минут еще. Бывает. Юля Броха. Открывай. Ничего. Она, Юля, молодец, красава. Ну все. Одна печенька осталась. Что ты там за мышку? И можно ливать? Что ливать? Поставьте. Как ставим? Кто на десайте улице? А, Миша, ЩД. Но ЕП я уже коплю на тапки сануба. Я их это за 10 тысяч ЕП возьму. Пофигу вообще. Юля, вперед. Ладно, в ЦЛК крафтовый критхат 264 заберешь. Не такие будут? Бля, прогнозы будут, кстати. Чё? Ваши прогнозы. Древний сранит этот, типа. В плане цена какая? Ну да. 1020. Блядь. Смотря от того, какой доступ сделал ЦЛК. А, да, кстати. Типа, если не эти, как их, полгения убьют, это маги Груль, типа, и все, и пиздец, да.
Магик Грульгер там надо, скорее всего, будет убить. Это... Ну, я же... Да, ебать. А, мы про чё? Ну, как же ему похуй, так, блин. Все, Гоя, этот РЧ даю. Еще у тебя рапс есть? Если так, так пугасики будут там ходить. Я не вижу, кто не принимает. А рынок больше будет, цена меньше. Дай мне систа, нажми РЧ. Ну, этот Сэмми, наверное, будут крутить, там тоже как-то же попадают эти сранитки, да? Ну, я думаю, не сразу добавят их все-таки. Беги в центр у Леона тут? Ну, рулетку добавят. Беги к хилу. В рулетку ури. Очень поздно добавили, по-моему. Ури, ури, пьем. Иди пуляй. Он сферы поздно добавил. Вот кто там прыгнул? А, что? В смысле? Он пульнул. Вы свободны? Ну, так, относительно. Ученики, вы два раза вайфнулись на Морозе. Как бы сказать... Ну, варду нужно затаунтить, блядь. Ну, бывает. Друг у друга срывают... Ну, они срывают агро, он таунтит и тычку дает. И агро возвращается к нему. Погоди, а кто танки и... Такие же, как у нас. По спекам такие. ДК, ну, ДК и протик. А, ДК срывает, да? Да. ДК даун, потому что. Просто берись с этим. Не ДК, не ДК, вар. А, как вар срывает? Я не понимаю. Нет, ну нереально, ты чё? Я не понимаю, что происходит. Мы, чтобы вы понимали, мы, короче, коня убивали без диспелла. Три хила. У нас все 10 плюс дамажат, поэтому мы в три хила решили. Вы тупые? Чего еще раз? Забейте, вот только наш статик умный не диспелит. Все остальные не додумывают. Раз, это было не просто под пивас. Мы не смогли. Я долбоеб, который я анонсу, кого диспелить. Чел диспелит, бежит на другого. И, короче, я не вижу на кого. Я говорю, блядь, пожалуйста, посмотрите, на ком дух. Все молчат. Боже, хорошо, что вы не слышите этот позор. Ладно, короче, я вернул, я пошел туда, он уже закончился. Не беспокойся, мы... Это обычный статик до гнева. Сменили, пьем. Взяли этот. Убьем. Быстрее щита, все пробили, что-то быстрее. Как он задел? Чего? Найс хитбокс у сверки. Плохо вообще. Давайте, забивайте. Вперед на лоб. Денис, давай. Просто ДПС-тю. Вообще воронка будет. Какая-нибудь. Сейчас хил, прохил. Выбор. Да, штабки не упали. Штабки! Пойду убьюсь. Давно пора. Чё, мы вообще саппорт будем перебивать? Нет. Какой саппорт, ты чё? Я давно тут не был, просто забыл. Чё? Даже когда мы тут на туале были, не пили. Тут не так сильно дамажит, ну типа норм. Типа норм. Типа норм, да. Да он бьет уже кого-то. Если мы сдохнем, ты эти плащи больше донатишь. Не донатишь. Хорошо, смотри, Войт Фьюри в сову. Чё там, Войт Фьюри в сову и погнали в Глю Соло Хилл. Геру Фула. О, вот, отодвигай, отодвигай. Без закопа, без закопа. Мы и так без закопа из Гера из пула переведем. Да, хила. Миша, давай, бро. Это факт. Ну так будет прикольней с совой. Чё, в сову? Юля, закрывай. Не, не надо. Я не доверяю Глю, он меня не хилит. У меня 2 кхпса на вальках. Ну чё вы там? В смысле что? Чтобы вы действительно в это поверили, это хпс Глю с Джараксуса. Будет тебе такое испытание. Товка стоял или чё? Он сказал, меня не будет хилить.
Да вот и не хилит. Не, кстати, это неправда. Это не с Джераксусом. С Джераксусом можешь посмотреть. Там же даже написано. Мне нет. Как мне это сказать? Отчет для цели и нанесенный урон. Че, блять? ХП скин, какой нахуй нанесет? Ой, куда я? Цели, да, все правильно. Да, по-моему, просто молния один раз меня залетела. И чё? Кто фигашил, блядь? Ага, поел, говно? Во. Чё-то, мне кажется, Синг какие-то компроматы не очень хорошие ищет. В смысле? ХП, это, я говорю, по таргетам кого именно? А, у тебя-то, блядь, а хули тебя хилит? Давайте просто не обосрёмся на последнем. Я же здоров, не последний. Невозможно обосраться здесь. Мы здесь ни разу не выпались. Позапрошлый раз чуть не обосрались. Да, не забывайте там шаклить, фирять. Жди, кто сломает нам? Чековать сломает? Кого? Ты сломаешь? Сверху. Где? Нет, я под пивас. Ну, а поэтому ты должен. Все, Азерона сломает. Троллейбой. Значит, что? НДБМ. А гроб не здесь. 3, 2, 1. Сергей Брох. Я дал вторую. А все готовы, да, Надюк? Нас разъюз. У нас сейчас тоже разъюз будет, блядь. Так. Серг-то где? Алло, долбоёб. Да и бурсты, да все хорошо. Сергей Брох. Что ты волнуешься? Я не волнуюсь. Я просто знаю, что ты долбоёб, поэтому перестраховываюсь. Лё. Мне бурсты, я не хочу. Да. Не бурсты, это пророки. Я расшак, я выбираю. Че, мы сразу переводим или как? Да. Если успеем. Еще раз. Мы успеваем, кстати. Ай, молодцы какие, ребята. Вторые мобы вышли, я не успеваю. Они всегда вторые тяжелее. Юля, я уж не стал говорить, Юля вовремя дала защиту. Не, если бы сразу дали ПЛ, то вот ты. Еще раз. Сау не хватает. У нас в запасе была одна на всякий случай. Ты на что только на них? Я не буду в соло хилиться. Хорошо. Опять же оверхила дохуя будет. По мобу там стан готов? Я боб дам. Ты, блядь. Я понял, боб не нужен. А хил там шоколад. А чё, мы через боб тут или что? Ух ты. Ну, боб это какие-то нанотехнологии. Ну, по мне лично. Однажды. Да. Чё? Дали его. Хаку, ладно, у себя, где ты стоишь, разбей. Ури, да, туда, я ебал. Где Хаку? Ну, что-то слякоть говорил. Корабеем вырубить. Мы бьём. Вообще тебе хорошо. Почти без потерь. Не, ну если он сейчас не выйдет, я нахуй покончу с собой. От шипов отойдите. А, ну... Ну, покончится. Бляди. Корабею доиграйте. ББ молодой. Так, этот... Реслин... А, ну... А что, можно сразу герой? Да-да-да, сразу типа реслин кикай. Давай эту штуку. Бойл. Бабл еще нажми на реслин. Там 4 жвавы. Может, Т4 сдать. Теневой удар скоро. Осуждаю теневые удары. Вэл, кстати, в потех хорошо накачивал. Он толпу хорошо бьет. Что, у нас кто-то умер? Кто-то умирал? О, мне дробяшка на энха. Ой-ой-ой, какой плащик. Ну и охуеть. Да, точно, Безер и Сенсонги же дох. Ой, какой хороший плащик. Шоколад тоже. Отличный плащ.
испытание к соревнованиям будут допущены сюда модель пояса вечно. Вы в числе избранных. На плащик отправляют. Да хаскрит не существует. Тебе на инха плащик, да, надо? Хаскрит не существует. Ну давай, если никому не надо, я бы забрал бы. А ДК не надо? Звучит как говно, да, да. Да. ДК не надо, ДК никогда не берет ловкость. О, это, дай этих трофеев парочку. О, а тебе на сову надо? Ой, на это, на кота там, не знаю, на мишку. На плащ. Плащ, ну давай. А, ну, берите. Трофеи. Вот и порешали. Кому дай трофеи? Войду парочку закинь, там обновить надо. Это на ретрика надо, да? Че, кому еще надо трофеи? Глюбан, дай, может на ретрика Т9 надо, не? Че, кому, да? Забирайте, господи, как говно этих трофеев. Маунт рольте. Я не знаю, у кого он там сейчас. Так. Не знаю, у кого он там есть. Или у кого-то. Даже со второго, блядь, не получилось. Я один раз заскамил вас на маунта, кстати. Блядь, что с плащами, нахуй? Что это, блядь, за хуйня вообще? Согласен. Чё, всё, да? Блядь, ваш статик реально, нахуй, проклятый. Антишамановский, ещё скажи. Антикастерский. Нет, ДСПДшников, да. Не кастерских, это типа ДСПДшников. Типа. Ты вроде нормально. Ну что нормально, ни разу. Да вот, да? Вот. Да, не знаю, все, все нормально. Все в хаку, блядь. Все в корабль, все в хаку. Ни разу с коня не было, блядь. Одна только дробяшка с мороз. Я это третий сервер, на котором я играю, я кольца ни разу не видел. Это я виноват, скорее. Плащи, это вообще, бред, типа, даже... Я не помню, у нас эти... Падал этот с меткостью плащ с кары, не? Чё, по next неделе напишу там в среду, в четверг, вроде когда не впадло станет. Ну, скорее всего, то же самое будет. Ну, почти. Кроме субботы, вроде. Ты же субботу не можешь следующий, да? Кто? Void Fury. И я. Да, субботу не будет, на сутках будет. И я тоже не смогу.